О трагедии Бучи говорил сегодня на весь мир Папа Римский. Он развернул синий-желтый флаг, который ему привезли из освобожденного города Киевской области. Во время мессы в Ватикане на сцену к понтифику поднялись дети, которые убежали от войны. Они принесли свои рисунки и плакаты. Франциск призвал верующих молиться за невинно убитых и за скорейшее прекращение страшной войны. По словам Папы Римского, он ожидал хороших новостей из Украины, но вместо этого услышал о зверствах в Буче. Понтифик обвинил ООН в бездействии. После Второй мировой войны была предпринята попытка создать организацию, которая бы защищала мир в новой истории. К сожалению, мы ничему не научились. Старая история про борьбу двух влиятельных сил продолжилась. Нынешняя война в Украине показала всю несостоятельность Организации Объединенных Наций.